Всем привет! В прямом эфире, палата номер 7 с благодарочкой, громадской Никопольской правде, где они теперь врут только истинную правду. Вот истинную правду врут. Я теперь звезда, как вы видите. Скоро будет, как у Верки Сердючки, больше. Это четки, ну, для бандитского форсу. Вот, сейчас мы в прямом эфире. И выражаю, значит, благодарочку вот этой вот шикарнейшей газете. Газете шикарнейшей, где правда никопольская. Они, я же говорю, врут только правду. По-никопольски, такую чисто правду по-никопольски. И вот я попал на вторую полосу. Вот. Ну, надо понимать, им надо развиваться. Надеюсь, они, конечно, не забудут прислать гонорар за мою фотографию. Ну, так как я поддерживаю их, они пользуются раскрученным брендом палаты номер 7. Вот, ну, я только за, пускай развиваются, пускай промывают бабушкам мозг, вот, все пускай делают. Еще раз хочу сказать, большая благодарочка, теперь я звезда, только плохо, что на второй полосе. В следующий раз разрешаю вам прямо вот вместо можно вместо «Никопольская правда» написать «Палата номер 7». Вот, и вот все. Кто-то звонит. Вы в прямом эфире можете звонить. Вы же помните, да? Наверное, Соловьев, да? Алло? «Палата номер 7», вы в прямом эфире. Добрый день, уважаемые гости. Волнуюсь, конечно. Ага, я понял. Представьтесь, пожалуйста. Я боевой офицер Махтин. Не, ну, мы поняли, да. Вы представьтесь. Наверное, до сих пор кефир действует. Ну, на чем мы остановились? Ага, выразил благодарочку. Вот, как бы... Ну, что вот мне одному было делать, да, вот, один я в палате номер 7 такой вот дебил, вот, ну, что ты с этим сделаешь, один, как говорится, в поле не воин, да, а вот если три дебила, это сила. Еще раз благодарочка, всем пока!